Всем привет! Вы на канале Kinder Surprise Sergio. И сегодняшнее видео у нас прямо настоящая сенсация. Мы сегодня с вами распечатаем свитбокс «Утиная история». Посмотрим с вами, удастся ли нам собрать полную коллекцию. Поехали! Начнем с первой. Так, что же нас ждет? Здесь вот такой мармеладик. Фруктовые постилки. И запечатанная игрушка в непрозрачной упаковке. Поэтому мы с вами пока не можем узнать, что же там скрывается. Ух ты! Нам попался Дилли Дик. Одна из фигурок. Фигурка довольно большая, стоящая на широкой платформе, что делает ее устойчивой. Ну и высота фигурки тоже. Около 10 сантиметров где-то. Да, Дилли Дак. Младший брат-близнец Билли и Вилли. Он сообразительный, умеет использовать свое обаяние, любит растрачивать деньги дядюшке. Из-за его острых словечек вся семья иногда попадает в еще больше неприятностей. Билли Дак, утиная история. Первая фигурка уже нам известна. Собираемся открывать следующий свитбокс. Игрушка и пакетик. Так, а где же у нас вкладыш? А, да, вкладыш же внутри пакетика. Ух ты, класс! Здесь нам попался Билли Дак. Самый организованный и серьезный из близнецов. Родился раньше своих братьев на 3 секунды. Он верит только потому, что видел сам или тому, что доказывает наука. Проявляет себя как умелый стратег. Билли Дак. Вторая фигурка. Следующая фигурка. Свитбокс. Ну, хочу сказать, что эта фигурка уже весит намного больше, чем две предыдущие. Значит, и игрушка здесь должна быть. И не Билли, и не Дилли Дак. Посмотрим. То же самое по составляющим. Мармелад и вот такая большая упаковка. Тихонько вскрываем. Ух ты, вот это да. Вот это очень большая фигурка. И это нам попался
Флинтхард Гломгольд. Это второй богатейший селезень в мире. Завидует Скруджу Макдаку, пытается обойти его во всем, строя сложные планы уничтожения. Готов пойти на все, чтобы быть первым. Жадный и лживый. Полная противоположность Скруджа. Флинтхард Гломгольд. Фигурка действительно очень большая, в отличие от Дилли и Билли Дак. Ну и весит она больше. Платформа у нее уже во много раз больше. Фигурка сделана очень замечательно. Здесь у него очки, палочка. Одет он синего цвета пиджак. И наподобие болотного цвета юбки. Ах, да, и еще такая кепочка с бомбошкой. Ставим его вот сюда. На очереди у нас следующий свитбокс. Мармелад и игрушка, которая уже почему-то сама распечатывается. И здесь нам попался, да, Дилли Дак, младший брат-близнец Билли и Вилли. Дилли Дак. Первый повтор из серии «Утиные истории». И, наконец, заключительная игрушка. Свитбокс из серии «Утиные истории». По весу тоже больше, чем Билли и Дилли. И уже мне не терпится ее распечатать. Посмотреть, что же там. Так. Я в предвкушении от того, что там будет. Мармелад и игрушка. Нам снова попался самый богатейший человек, которого зовут Флинтхард Гломгольд. Ставим этого богатейшего селезня вот сюда. В сегодняшнем нашем видео мы с вами распечатали свитбоксы из серии «Утиные истории». И вот какие игрушки нас там ждали. Дилли Дак, Билли Дак, Флинтхард Гломгольд, Дилли Дак, второй повтор. И также второй повтор — это Флинтхард Гломгольд. Все игрушки сделаны довольно искусно, изящно. У всех у них имеются такие платформы, благодаря которым они стоят очень устойчиво. Они во много раз больше, чем киндер-игрушки. И для коллекции они очень будут хорошо смотреться на полках. Ну и также с ними можно будет и поиграть. Если вам понравилось мое видео, ставьте палец кверху, подписывайтесь на мой канал и пока-пока!